споем. Скоро в школу не идем. Эту песенку простую. Эту песенку простую. На прощание поем. На прощание поем. До свидания, детский сад, до свидания. До свидания, детский сад, до свидания. Дружно скажем мы тебе на прощание. Дружно скажем мы тебе на прощание. И рукой помашем вслед очень нежно. И рукой помашем вслед очень нежно. Ты наш чудо-островок, наше детство. Ты наш чудо-островок, наше детство. Наше детство. Наше детство. Пожалуйста, открывайте тетрадочки. Страница 54. 5-4 страницы ищите. Так, вот такая страничка. Все, нашли. Ищи дальше листай. Тема 24. Вот дальше еще на одну. Жень, ты не в ту сторону идешь. Вот тема 24. Да, вот. Так, теперь открываем ушки, да, и внимательно слушаем загадку. Внимательно слушаем. Я соткана из зноя, несу тепло с собою. Я реки согреваю, купаться приглашаю. И любят все за это и ждут меня. Я лето. В эти пустые клеточки вписываем слово лето. Первый звук какой у нас? Л. Л. Я говорю, я уже слышу. Написала? Молодец. Медаль. Второй. Е. Е. Вот умница подсказывает. То. Так. Т. Т. О. И четвертый. О. Вот сейчас мне Женя Герасимов прочитает это слово, которое он записал. Лет. Лето. Да? О, в конце. Да? Баграмчик, ты чего записал? Лето. Молодец. Лето наступает после какого времени года? Весны. После весны. Самый первый летний месяц. Июнь. Вот Софа мне скажет, она ручку подняла. Июнь. Второй месяц. Июнь. А Полина третий назовет. Август. Так, Анжелика хочет мне чего-то сказать. Какой Анжелика третий месяц? Август. Василиса, а ты знаешь, какой второй месяц лета? А кто поможет июль. Василике? Так, Софа поможет. Июль. Запоминай. Июль. Женя, а первый месяц какой? Надо бы. Немножко. Матвей подскажет и всем громко скажет. Июнь. Июнь. Здесь нарисованы предметы и некоторые буковки в клеточках, да? Определить первый звук в названии каждой картинки и написать под ней соответствующую буковку. Буковку. Нарисована лопатка. Какой первый звук? Л. Буковку пишем? Л. Л пишем. Кто буковки у нас плохо помнит? Сейчас на доске буду писать. Я помню. Так. Третий предмет какой нарисован? Ну, телефон. Телефон. Значит, звук Т. Буква Т. Пишем. Четвертый предмет. Ножницы. Звук? Буква Н. Пишем. Буковку Н пишем. Я уже написал все это. Кто все понимает, как писать? Дальше пишет. Это ножницы. Я не летний год. Так. Иголочка нарисована. Какой звук? И. И. Лет. Буква И. И. Домик нарисован, да? Звук? Написала? Какой звук первый? Д. Да? Буква Д. Пишем. Д. Так, дальше смотрим, где уже написано. Так,
еще предмет нарисован. Что нарисовано? Ножик. Ножик. На какую буковку он начинается, слово ножик? Да, звук Н. Буква Н. Пишем. Ой, уж все написали дети-то у меня. Жень, что нарисовано в третьем слове, первый предмет? Какой? Вот это. Ох, я опять все написала. Гвоздь нарисован, да? Гвоздь на какую буковку начинается? На Г. Так, пишем Г. Ой, молодцы, какие. Никита, как в четвертом слове, в последнем, первая буковка какая там написана? Буква? Буква К, да? А предмет какой нарисован? Корзина, да? Следующий предмет, Вика скажет. Какой этот предмет нарисован? Рыба. Какая буковка пишется у нас? Это рыба. Р. Да, вот у тебя стирашка есть. Вот. Записали? Других подождем, кто еще не написал. Так, рыба начинается на букву Р. Да? Р. Так, следующий какой предмет нарисован? Мяч. На букву какой начинается? М, да? На букву М. Вот, молодец. Это мяч. Дальше, какой предмет? Иголка. На какую букву начинается? Первое слово какое? Летний. Летний. Второе? День. Третье? Год. И последнее? Корни. Так. Летний. Дальше. Год. Так. Полина прочитает. Летний. День. Год. Корни. Вот Женя Поляков умеет. Женя, прочитай нам, что ты написал. Куба. Телефон. Летний. Я знаю. Вот Женя Поляков у нас сколько? Женю Полякова попросила. Летний год кормит. А второе слово ты забыл прочитать, вот это. Вот это. Вот кормит. Вот сейчас Арсений еще прочитает. Он летний день год кормит. Так. Летний день год кормит. Написано это, ребята, пословица. Пословица. Прословица про лето. Так. Немножечко поговорили. Потянулись. Покачались. Посмотрели в одну сторону, посмотрели в другую сторону. Ручки на плечики поставили, плечиками повращали. Вот, молодцы. Как у нашего кота, шубка очень хороша. Как у котика усы, удивительной красы. Глазки смелые, зубки белые. Выйдет котя в огород. Удивится весь народ, и петух, и курица с деревенской улицы. Будут котю в гости звать, будут котю угощать. Если Боже, если Боже, если Боже, сделаны наши мальчишки. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Из веснушек и хлопушек, из линеек и батареек сделаны наши мальчишки. Сделаны наши мальчишки. Девчонки. Ля-л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 я. И все
Играй. Здравствуйте, мама, папа и гости. Здравствуй. Здравствуй, детский сад родной. Мы с нетерпением. Мы с нетерпением, особым волнением стали, праздник пришел. Егор? Сегодня день весенний, свет будет такой волнующий для нас, потому что птица лето незаметно, нас стоит в школу, и это класс. Василиса? Любой из нас сегодня? Любой из нас сегодня очень рад. Мы все поем, а вместе с нами птицы. Последний раз пришли мы в детский сад. Последний раз пришли мы в детский сад, чтобы всегда с тобой проститься. Так, Вика, наш детский. На детский сад с утра украшен. Сегодня. Сегодня праздник выпускной. И мы гордимся садом нашим, идем до нас к дом родной. А Миша нету. Так, Матвей. Ну не пускай будет тише, вы выпускники, не посет слонишка, а мы быстро подросли. Да? Каком сегодня сердце для кого вы кейли? Он совет детский сад, причина есть, конечно, дети. Женя Герасимов. Сегодня нас к дому узнали. Сегодня нас к дому узнали, что все гости собрали сами. Последний раз. Последний раз пришли сюда. Собольники нас навсегда. Так, Ирина и София. Но в школе учиться мы будем. И как только совсем подрастем, наших и наших сыничек с родной мы опять приведем. Так, поем песню, да? Песню не будем сейчас вспоминать. И сели. Федя, заводи. Куда? За Федей. Стоит поле теремок, он низок, невысок. Кто-то у нас
школе будем мы нужны. В школе будем мы нужны. С вами жить. С вами вместе жить. В теремочки потеснились и тетрадки поместились. Вот карандаши бегут. Так, прибежал. Прибежал, прибежал. И потанцевал. Да, раз, раз, раз. Раз, и покружился. Оп. Так, и забегаешь туда в теремочек. А вот в пятерке теремку спешат. В нем пожить они хотят. Ну, попрыгайте. Раз, 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 раз. Так, жители теремка. Радуется теремочек, открывает свой замочек. Эй, пятерки. Эй, пятерки, быстро к нам. Рады мы таким гостям. Пусть хорошие отметки получают наши детки. Так, забежали, да? Пятерки, теремочек. Колы двое на пути. В теремок вам не пройти. Тетрадки. Ой, пенал, первый пенал правильно с букварем. Вы не торопитесь. Вы не торопитесь, вы на них родитесь. Тетрадочки. Вас к себе не пустим. Мы вас к себе не пустим, близко не допустим. Ой, пустите на минуточку. Пустите на минуточку. Я хотела в шуточку. Уходите, уходите все вместе. Уходите, уходите и обратно не просите. Карандашик, не откроем и не пустим. Не откроем, не пустим. Даже близко не... Вас к ребятам не допустим. Вас к ребятам не допустим. Пятерки. Вы плохие. Мы плохие, плохие. Дети не нужны такие. А если мы? А если мы с вами? Идите нам, красавицы! Хорошие ответки для школьника важны. Хорошие ответки в портфеле нам нужны. Осталось на земле каждому получику, чтобы пальмы подросли и березки с елками, чтоб весною соловьи на ветвях защелкали. Светим солнышко для всех, чтоб синел веселый смех, детвора не плакала. Светим солнышко для всех, чтоб синел веселый смех. Yeah.
Катюша. Высокий берег на крутой выходила, песню заводила, праздник нового сезонала. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девища, ты лети за ясным солнцем свет. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он помнит девушку простую, пусть услышит, как она поет. Пусть он день бережет родную, а любовь Катюша бережет. Он землю сбережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Уходила с берега Катюша, уносила песню за собой. Уходила с берега Катюша, уносила песню за собой. Не выстрелите меня! Ну-ка меня не снимайте! Жизни
пришел мой прадед. Прадедушка, прадедушка, пришел мой друг. От Волги до самого Берлина. Прадедушка, прадедушка, он тащил страну. Он тащил жену свою и сына. Прадедушка, прадедушка, он жил. Вы потом снимете кристалл. Хлопаются перья птицы, и стало небо голубым. И смерть не указала, чтобы мне на белый свет родиться. И чтобы мне на белый свет родиться. И чтобы мне на белый свет родиться. Только что. Давайте. Али-Баба. 5-го, 10-го. Покажи нам сюда. Василису. Мама. Радость для ребят, от добра у них на сердце
колокольчики звенят. Вместе с нами они шутят, вместе с нами и грустят. Никогда не позабудем наш любимый детский сад. Ждем мы праздников веселых, вместе радуемся им. Верим, чудеса бывают в жизни, мы вам точно говорим. Учим сказки, песни, танцы, никогда мы не грустим.
ножки отдыхают, ножки отдыхают, глазки отдыхают, все отдыхают. Детских снов чудесная.